Привет, ребят! Сегодня я буду рисовать Фиксика. Нолика, рисуй со мной, и это будет просто... Просто отпад, потому что Фиксика я очень люблю. Фиксик очень классный парень, и мы рисуем ему нос. Нос картошкой, вот так вот. Раз, нос картошкой, и сразу же улыбочку. Такой сразу, знаешь, сразу видно, что Фиксик, да? Нарисуем нашему Нолику глазки. Один глаз... Второй глаз. Он такой лупоглазый парень. В нем зрачки в этих глазах нарисуем. И черненькие такие, черненькие зрачки. А сами они будут голубые, конечно же. Вот уже Фиксик почти готов. Теперь надо ему всю мордашку нарисовать. У него есть щечка такая. Вот такая вот. И сюда идет раз. А здесь идет... Я знаю, у него есть ухо, и мы рисуем ушко вот здесь вот так. Раз, ушко идет. Здесь у него такой бакенбард. И сюда идет. Опа! Такой Фиксик. И ты знаешь, что Фиксик, он состоит из чудесного мультисериального порошка. И мы рисуем сейчас его прическу. Прическу мы так рисуем, смотри. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Такие колючки прям. Рисуй колючки. Прям во все стороны колючки. А отсюда идет сюда. И уже здесь соединяется. Здесь такая колючка идет сюда, сюда, сюда. А здесь так идет. Раз сюда, два сюда, три сюда. И такой вот получается колючий. Я думаю, это какой-то кристалл. И здесь сзади нарисуем то же самое. Так нарисуем. Вверх, сюда. Сюда. Вверх, сюда, сюда. Вверх, сюда. И такой кристальный такой парень. Такой прям отличный, веселый, яркий. Мне он довольно симпатичен. Хотя я не знаю, кто такой Фиксик. Я долго думал, кто же такой Фиксик. Я думаю, что кто такие Фиксики, это большой вопрос. Хотя говорят, что это секрет. А я думаю, большой вопрос, кто такие Фиксики. Я, честно, не знаю, кто такие Фиксики. У них такая эмблема такая вот. Прям пам, так рисовать надо. Спасибо, что смотрите, как я рисую. И так, это мы нарисовали. Теперь здесь нарисуем его тело. Тело такое вот, такое. Но он такой парень такой, не очень большой. Голова у него, он головастый, но сам он маленький. И, конечно же, руки. Рука сюда идет и сюда идет рука. Так, раз и два. Две руки в разные стороны и ножки. Раз ножка и два ножка. И сразу ножки закончим. Нарисуем ботиночки, чтобы сразу было все закончено. Вот Фиксик в таких ботиночках. Но он в таких кроссовочках, они довольно сложно рисуются. Но мы упростим пока что, потому что мы рисуем просто не для того, чтобы усложнять, да? А теперь здесь рисуем ему ручки. А ручки я рисую так. Надо посмотреть, как ручки твои выглядят. Посмотри на них, и у тебя обязательно получится, когда ты их рисуешь, да? Нужно в этой руке, я хочу сделать у него по 5 пальцев, как должно быть, да? Я хочу здесь сделать его эмблему. Здесь начинается его перчатка. Он как бы держит вот так, 2 пальца сюда идет. Здесь 2 пальца оголенных. Большой палец. Вот так. Получается эмблема. Ну, а здесь мы нарисуем просто кулачок. Без особенных усилий, да? Просто кулачок. Вот так вот он держит, например, вот так. Раз. Это палец. Здесь у него пальчики в кулачке. И тоже все понятно. Это настоящий Фиксик. Нолик. А чем знаменит Нолик, Павлик? Ты знаешь, чем он знаменит? Тем, что он голубой. Но он веселый голубой парень. Ты не видел голубых мальчиков? Ну нет, я думаю, что он учится, что интересно. И он рассказывает тебе интересные лекции. Мол, электричество — это то, что бежит по проводам, да? Он же так рассказывает. По мне, так это довольно скучновато слушать Фиксиков, как они рассказывают. Раньше люди ездили на каретах, а теперь люди летают на самолетах. Эх, умный Фиксик, конечно, да. Но не совсем-совсем, чтобы умный. Он просто такой немножко занудный, я скажу, да? Фиксик, да? Ну и проблемы у них тоже. Пойдем чертить, да?
начертят чего-нибудь и делают. Или помогают Дим Димычу, который хочет у папы мороженое получить, да? Помнишь же, Павлик, тот, ту серию, где он мороженое пытался получить, собрав стул, помнишь? Так и не собрал стул, я помню. Было дело смешно смотреть на него. Ну, сегодня мы фиксиков смотреть не будем, мы их не так часто смотрим, но иногда уделяем время, и фиксики получаются здоровские. Часто мы их рисуем, чаще, чем смотрим. И что хорошо. Рисовать мы будем много, каждый день. Приходите, подписывайтесь. Если ваши дети этим интересуются, то уделите этому 5 минут. Им захочется посмотреть ваш инстаграм, телефончик потыкать, и после этого захочется что-то нарисовать. И это самое интересное, увлечь рисовать. Я прошу родителей, у кого дети рисуют, прям поделитесь немножечко в истории, что вы рисуете с Рыбакит. Это увидят другие ребята, они тоже захотят, и это будет как бы такая небольшая помощь, то, что я могу сделать для вас, и вы для меня. Спасибо большое, до новых встреч, я еще много-много чего нарисую. А рубрику «Мультгерои» объявляю открытым. «Мультгерои» с Рыбакит, обязательно заходите и смотрите. То, что улетит сейчас в эти сторис, они будут находиться целые сутки здесь. Ролики, а через какое-то время они появятся на Ютубе. Ищите их, и там тоже все есть. Все, пока.